Ребята, всем привет, с вами Алексей, вы на канале 53 регион. Сегодня у нас на распаковке вот такая вот коробочка. В ней находится китайский пин-пойнтер. Аналог всемирно известной морковки. Называется GP-пойнтер. Итак, коробка у нас без всяких опознавательных знаков. Только один штрих-код. Пин-пойнтер выглядит вот так вот, зеленым цветом. Далее в комплекте у нас идет тренчик не потеряшка с карабинчиком. И вот такой вот чехол. На липучке тут вот с кнопочкой. На ремень можно крепить. И имеется также инструкция, мануал на английском языке. Вот такой комплект поставки. По внешнему виду очень похож на, как я уже сказал, морковку. Из кнопок управления только одна кнопка включения-выключения. Это у нас динамик, имеется светодиод. Рабочая поверхность вот от кнопки до кончика 360 по кругу. Здесь у нас под крышкой имеется специальное железное кольцо, чтобы можно было вот так зацепить. Или наоборот, колечко сюда зацепить. И куда-нибудь прицепить, чтобы не потерять. Вот у нас на крышке написано GP-пойнтер. Металл детектор. Серийный номер типа. Крышка у нас откручивается. Крона в комплекте не идет. Это моя старый аккумулятор. Внутри у нас выглядит вот так вот. Два контакта с разными диаметрами дырочек. Соответственно, контакт побольше в дырочку побольше, контакт поменьше в дырочку поменьше. Ну, типа, чтобы не перепутать. Особых уплотнительных колец нет. Есть ямка, но кольца нет. Почему-то. Класс защиты IP66 заявлено. Только от брызг и пыли защищает. Так, вот крону туда вставляем и закручиваем. Никаких режимов нет, типа или звук, или вибрация. Просто включаем. Прозвучал сигнал звуковой и была вибрация. Прибор готов к работе. Чем ближе к металлоискателю, тем давайте другую лучше. Аккумулятор поставлю, какой-то сдохший. Поставим вот такой. Тоже мой старый. Включаем. Чем ближе металлический предмет, тем чаще звук и вибрация. Давайте теперь проверим на екатерининском пятаке советской двушки и вот таком перстеньке, насколько с
сантиметров берет. Вот колечко. Колечко где-то 2 сантиметра. 2 копейки советов. Где-то на сантиметр. Пятак екатерининский. Ну, где-то 1,5 сантиметра. Давайте теперь попробуем сбоку. Екатерининский пятак. 4 сантиметра. Колечко. Три с половиной где-то. Советская двушка. 2,5 сантиметра. То есть кончик менее чувствительный, чем вот эта окружность полностью рабочая. Пинпоинтер работает в статическом режиме. Выполнен довольно качественно, отлито пластик. Как видите, вот все довольно-таки четко. Правда, пыльный какой-то, но ничего. В общем, вот такой пинпоинтер. С вами был Алексей. Ссылочку, как обычно, оставлю в описании. Увидимся в следующих роликах.